Здравствуйте, меня зовут Сударкина Алина. Мне 11 лет, я учусь в 5 А-классе МБУ СОУШ номер 10 Каменска-Шахтинского. Конкурсу «Дети читают стихи» я приготовила стихотворение Николая Заболонского «Некрасивая девочка». Среди других играющих детей она напоминает лягушонка. Заправлена в трусы худая рубашонка, колечки рыжеватые кудри рассыпаны. Рот длинен, зубки кривы, черты лица остры и некрасивы. Двум мальчуганам, сверстникам ее, отцы купили по велосипеду. Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, гоняют по двору, забывши про нее. Она ж за ними бегает по следу. Чужая радость так же, как своя, томит ее, и вон из сердца рвется. И девочка ликует и смеется, охваченная счастьем бытия. Ни тени зависти, ни умысла худого еще не знает это существо. Ей все на свете так безмерно ново, так живо все, что для иных мертво. И не хочу я думать, наблюдая, что будет день, когда она, рыдая, увидит с ужасом, что посреди подруг она всего лишь бедная дурнушка. Мне верить хочется, что сердце не игрушка, сломать его едва ли можно вдруг. Мне верить хочется, что чистый этот пламя, который в глубине ее горит, всю боль свою один переболит и перетопит в самый тяжкий камень. И пусть черты ее нехороши, и нечем ей перестить воображение, младенческая грация души уже сквозит в любом ее движении. А если это так, то что есть красота, и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде? Спасибо за внимание.